100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 1287 на проверку самых дешевых кейсов на GG-дропе. И я знаю, что это безумие. Потому что GG — это обалденный сайт по кейсам CS2. Но он любит большие депозиты. Он любит, когда сюда закидывают 10, 20, 30 тысяч рублей, кормят его, и он начинает жестко окупать. Но возможно ли окупиться на самых дешевых кейсах, кейсы, которые стоят, ну, например, 79 рублей? И моя конечная цель сегодня — это, конечно же, выбить ножик. А как пойдет и вообще окупит меня или нет, я не знаю. Но давайте с вами договоримся. Если ты когда-то будешь играть на этом сайте, обязательно используй промокод TORKS. Самый рабочий, самый окупаемый. Ну и, в принципе, самый крутой промокод, потому что он дает самый большой процент пополнению. Ты используешь его, и дает он плюс 11%. Просто бесплатно. За то, что ты взял и ввел эти циферки. 1000 рублей умножается, и ты получаешь 110 рублей бонусом. Но если ты закидываешь десятку, 1100 совершенно бесплатно. Помимо того, что TORKS — это самый большой процент пополнения, который только есть, он тебя еще и окупит. Также ты можешь зайти в барабан бонусов, ввести кодик, прокрутить его бесплатно и получить какую-нибудь приколдесину. У меня просто сайт завис. Кстати, первый раз в жизни такая фигня. Если я не ошибаюсь, это кейс за пополнение. Не очень крутая штука, но довольно-таки интересная. Почему? Потому что, опять же, ты просто закидываешь бабки, тебе дают еще процент и еще какой-нибудь кейс. Это прикольно. Поэтому обязательно используйте все эти бонусы. Не забывайте про битву драконов. Здесь у нас яйца. Это, кстати, 15 тысяч с прошлого раза. Поэтому, если сейчас мы грубо проиграем все, у меня будет возможность их залутать. Поехали. Я, кстати, даже не знал. О, ЕВК. Поехали. Esports World Cup. Поехали. Ровно на 5 раз. 495 рублей. Открываем все, что видим, в пределах разумного. И пробуем окупиться. Просто 2. Вау. Королева пуль. Неплохо. 609 рублей для старта. Вообще неплохо. При условии, что я думал, мы сейчас вообще все сольем. Нет. Окупились. Ну, поехали. Пиксельный. 275. Будем натыкивать абсолютно все. Я когда один раз окупался с дешевых... Ну, не один раз. Окупался я много, но последний раз, когда я окупался с дешевых кейсов, все, что я делал... Вот просто помяните мои слова. Я просто брал и открывал все подряд. Страшный клоун. 5 раз. Поехали. Какой-нибудь другой кейс. Вау. Прикольно, они сюда агента засунули, еще перчатки, еще нож, довольно-таки неплохо все это выглядит. И чтобы вы понимали, 236, неплохо. И чтобы вы понимали, когда открываешь какие-нибудь там бесплатные кейсы, то есть, ну, конечно, для этого всего нужно, единственное, это баланс. Нужно просто, чтобы тебе повезло, и он окупил, потому что здесь, на GG-дропе, такая история, что дорогие скины, они выстреливают. Так, это сколько? 812, 995, маленько слив, но ничего. Кстати, мы уже дошли до второго. А давай, знаешь, что проверим? Всю лимитированную серию. Вот все, что здесь есть, вот здесь. Все проверим. Давайте, начиная с вот этого кейса, заканчивая... Ну, вот это тоже первый раз. Мы проверили, но... Интересно, какой кейс из них окупит больше. И самое главное, и супер эпично было бы сегодня прям выбить ножик. Это, наверное, прям самая большая моя задача на сегодня. Кстати, вот интересно. Вот ты, если играешь на GG-дропе, просто предположи, какой кейс из лимитированной серии меня больше окупит. Да, можешь поставить лайк, написать. Это будет вообще круто. Но пока просто предположи. Так, Boost Me, наверное, не будем. Дороговато как-то. 322 рубля, ни хрена себе. Давай, знаешь, до 150. Потому что если сегодня мы проверяем только дешевые кейсы, мы просто, чтобы ты понимал, сейчас мороженое откроем на 400, он еще нас сольет, и у нас в принципе денег не будет. И открывать кейсы за 400, за 500, за 600, за 700, ну я считаю, это сильно как-то, да? Поэтому мороженое открыли, если не окупает, поехали дальше. Огонь по своим. Гарфилд, Викинг. Давай огонь по своим. На 175. А там как пойдет. Да-да, как говорится. Нет-нет. И полетели. МПшка. О, арктически неплохо. Ну, жалко, что вот он один. Такой, знаешь, типа хороший вроде скин и вроде бы хороший окуп. Но выпал один арктический волк. А если было два, допустим, это было бы просто небо и земля. Мне еще удивляет, когда ты открываешь кейсы на GG. То есть здесь кейс, мы сейчас крутим его там, ну, рублей 30 он стоит. Здесь нож и перчатки. И что самое удивительное, эта штука реально падает, потому что
что мы сами выбивали. Давай не будем говорить с вот этого кейса «Воин дракона» за 2000 рублей. Я выбил убийство и императорскую клетку. Сокровище драконов. Я выбил перчатки, кровяное давление. Они стоят 100 рублей за одну штуку. Просто представь. Вот такой вот нонсенс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, неисправность в хорошем качестве стоит дорого. Мне просто не повезло сейчас. Ну, я просто вижу, что она такая, знаешь, прям супер-супер слабая. Так, ну что, поехали на третью сторону. Ли, пойдем откроем снизу, вот, например, изигами. А здесь вообще ножа нету. И 595 рублей. Ну, хотя, в принципе, у нас небольшой окуп есть, что... Вот тебе и здрасте. 11 тысяч рублей на ровном месте. Просто за десяточку выпадает АК-47 кровавый спорт. Вот, ну, даже предпоследнее, даже не последнее по качеству. А сколько? 119 рублей. Вот я тебе об этом и говорю. Ты просто открываешь кейсы, просто шпигуешь их. Вот, например, ваш любимый кейс. Куча ножей и перчатки. Блин, я сейчас очень сильно удивлюсь, если нам еще что-то выпадет. Но то, что выпадает десятка, это уже хорошо. С 1000 рублей мы перепрыгнули на 10. И вот сейчас давай... Вау! 1200 нас еще и окупает. Так вот, что нужно было открывать. Вот эту нижнюю полоску. Блин, ну хайп дорогой, я сказал, что хайп мы открывать не будем. То есть давайте до 150 рублей порог, куча перчаток и все обалденные ножи. Ни хрена себе. Я даже не знал о существовании этих кейсов, чтобы вы понимали, они... Подожди, а там разве вообще был медвежий ультрафиолет? Что происходит? Что происходит? Подождите, 15, да, был один медвежий ультрафиолет, именно он нам выпадает. Так, пацаны, у нас нож и... Так, подожди, давай сейчас разберемся. Откроем рыжика на 500, у нас 1500, мы с этим балансом пришли на сайт. Просто на сайт. Но что мы сейчас видим? Мне кажется, или у меня там на 25 тысяч дропа? Обалдеть, обалдеть. Еще и великий демон, который не выявился с прошлого раза. Слушай, ну я не знаю, великого демона мы точно трогать не будем. Давай попробуем ножичек и давай попробуем просто на 62% вот так вот. Да, да, нет, нет. Потом попробуем то же самое сделать с ножом. Не с ножом, а с калашом. И посмотрим. Полетели. Просто, кстати, чтобы вы понимали... Стоп. Вот эта история на 62% это самая лучшая, которая только есть, потому что она окупает и окупает очень часто. Поэтому 10 тысяч мы сейчас кидаем на 14. Поехали. Дальше, 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 дальше. Отлично! И у нас получается два скина. Это два ножа ценой 34 тысячи рублей. Вот кто бы мог подумать. И великий демон бонусом. Поэтому обязательно, пацаны, лайкосик. Если будете играть, используйте Торг S. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Поставьте, пожалуйста, лайк и залетайте в телегу. Там розыгрыш ножа.